поменял он Харрисона Барнса. Ах, опа, молодец. Опа, хорош Тимофей. На ходу получил мяч. Клея Томпсона. И опять на мозговую передача. Да, тут уже столкнулся он с Эндрю Богутом. И сейчас пойдет бить штрафные. Да, сила в количестве. Вот в тех самых болельщиках, которые ходят на матчи. Тимофей Мозгов. Да, Тимофей сегодня уже два слэм-данка-то всадил в кольцо соперника. В прорыве двое на два из-за трехочковой линии. Так, и Харрисон Барнс, которого накрывает Тимофей Мозгов. Да. Все пространство для броска необходимое. А вот Мозгов два очка сверху. Третий данк Тимофея в этом матче. Третий. Мозгов сверху. Вау! Очень интересный момент. В конце матча. Тимофей! И накрывают Мозгова. Фол был. Фол. Тимофей будет бросать штрафные. Как Леброн, как доверяет, а, российскому центровому? Как вот сам факт этого приятен, а? Ну, мне, например, очень приятен. А если бы забил? Ага, ну, здесь не допрыгивал, конечно, Эндрю Богут. Его. И Мозгов. Ох, если бы он попал. Но он не попал, и Кливленд совсем не может ничего забить в овертайме.